Всем привет! Как вы помните, я обнаружила дома клеща со своими детьми. Близкие мне тогда не поверили, что я такое нашла. И вот теперь я хочу показать это Владу. Владичек? Да. А хочешь прикол? Ну. А вот теперь возьми, посмотри, скажи мне, что это за черные точечки? Где? Мусор. Да, оно было чистое, туда мы только клеща посадили и все. Ну тут дохлый клещ лежит. Да, остальные черные точки. Куча черных точек остальные. Это что? Это глюки. Какие глюки? Не знаю, Наташа, это глюки, на, забери свою баночку. Это не глюки, это маленькие эти клещи. Это маленькие марсианчики, Наташа. Ну серьезно, Владик, ты посмотри. Была пустая банка. Мы туда посадили клеща и положили этот. Все, она закрыта. Дохлого клеща положили туда. Не дохлого мы положили, а наевшегося. Все, на, держи. Нет, там нет. Мы еще посмотрим. А давай поспорим. А на что мы поспорим? На домик для клеща. Нет, я не хочу на домик. У меня есть этот... микроскоп, который увеличивает в 1000 раз, и он нас рассудит. Я думаю, в 1000 раз, если увеличить, то будет четко так видно, клещи это или мусор. Увеличь клещи в 1000 раз, сними фильм ужасов про них. Так ты уже и продай согласен? Его в Голливуд. Ты уже согласен, что это клещи? Нет, вот это один клещ, а остальное. Нет, не знаю, а вот эти вот мелочи. Откуда бы взялась здесь проверяй. Грязь? А давай поспорим. Ты говоришь, что это не клещи. Сказал, не клещи, что я обманываю. Ну, а я говорю, что клещи. Хорошо. На что мы поспорим? Мне все равно. Ну, давай на что-то интересное поспорим. Давай, ты заказываешь килограмм суши, если... Кто проиграет, тот заказывает килограмм суши. Или ведет в ресторан. Хорошо, полтора. Полтора килограмма? Или два уже? Два. Вот это два. Два килограмма суши. Ну, только ж делится проигравший. Две штучки. Ну, выигравший тоже ж делится, а не победителю ест. Дам две штучки. Нет, Владик. Ну, короче, на всех просто вопрос в том, кто оплачивает. Хорошо. Давай, спорим. Ба-бам! А кто разбивать будет? Пока. Ну, давай сам разбивай. Давай.